Добрый день. На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Как не нарушать заповедь о почитании родителей, если отец меня бросил во младенчестве? Ну, причина совершения греха другой стороной, она, я думаю, не имеет никакого отношения к решению поставленного вопроса. А вопрос поставлен, как не нарушать заповедь о почитании родителей? Вот, знаете, иногда дети склонны искать причины. Папа, мама просят, как выполнение какой-то обязанности, какое-то поручение дают, а они ищут причины, почему мы это не можем сделать. Вот, знаете, у, меня, у моего любимого Сираха есть замечательная, замечательная строчка. В третьей главе. Сын. Прими отца твоего в старости его, не огорчай его в жизни его. Хотя бы он оскудил разумом, Иместь снисхождение, и не пренебрегая в полноте силы твоей, ибо милосердие к отцу не забыто, и, несмотря на грехи твои, благосостояние твое умножится». Вот хорошо, даже с меркантильной точки, если подойти к этому вопросу, что такое благосостояние человека? Ну, это материальное состояние человека. Задаю еще раз вопрос по-другому. Хочешь ли ты, дорогой читатель или слушатель, чтобы благосостояние твое было хорошим? Вряд ли с той стороны кто-нибудь поднял руки. Нет, я не хочу. Все хотят, чтобы материальное было состояние хорошее. Значит, вопреки тому, что делал отец, потому что в этой книге написано даже если у нас кудел разумом и делает что-то такое вопреки человеческому состоянию нормальному человечеству нормальный отец должен воспитывать свою семью да а у человека сложились так обстоятельства либо подсознание под, под сос, э, состоянии э, ума либо еще какие-то обстоятельства но человек перестал выполнять свои э, обязанности но это человек а Сирак говорит, если он даже с ума сошел, если он оскудил разумом, не пренебрегай им в полноте жизни твоей, ибо милосердие к отцу не забыто. Милосердие к отцу не забыто. Более того, я сейчас дочитаю до конца. Смотрите. Милосердие к Отцу не забудь, несмотря на грехи Твои, благосостояние Твое множество. День скорби Твоей воспоминется о Тебе, и как лед от теплоты разрешатся грехи Твои. Оставляющий Отца, тоже что богохульник, и проклят от Господа, раздражающий мать свою. Проклят от Бога, раздражающий мать свою. Страшные, страшные слова, страшные слова. Не приведи, Господи, кого-то быть проклятым от матери, от человеков, от этого, но Боже упаси кого-нибудь быть проклятым от Бога. Задаю еще раз вопрос. Хочешь ли ты, дорогой читатель, быть проклятым от Бога? Почему? Потому что не почитаешь отца своего. А скудевшего, может быть, разумом, может быть, еще почему-то. Да, вот. Не хочешь почитать отца, ну значит, благосостояние твое не умножится и ты будешь считаться то же, что богохульник. Вот и все. Поэтому смотри сам. Хочешь в этих категориях лиц быть? Бывай. Не хочешь? А лучше молись за свою папу. Может быть, когда-то в старости разум вернется к нему. И вы найдете друг друга. И радость этого бытия – будет большая. Может быть, еще как-то сложатся обстоятельства. Но только об этом надо молиться и просить Бога. Еще один момент. Есть непреложный духовный закон, который звучит так. Что посеешь, что пожнешь. И об осуждении, сам Господь сказал, не суди ближнего своего. Да? И какие последствия суда мы берем на себя? Ибо сам осудишься. Если вы этого хотите, можете продолжать в том же духе. А если вы хотите, чтобы Бог вас простил, то значит нужно простить всех, кто живет вокруг вас. Если вы хотите, чтобы благосостояние ваше умножилось, нужно почитать отца даже в сумасшедшем состоянии. Если вы хотите не быть богохульником, нужно, простите меня, не оставлять своего собственного отца, хотя бы в молитвах. Помоги вам, Господи. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.